Снова здравствуйте, дорогие ребята. Это очередной геймплей Black Ops 3 мультиплеера. Я тут открыл еще ручник такой. Это лучше, чем... Лучше глушака. Да, глушак, отстой. А тут не прицел я, наверное, не сменю. Хотя нет, давайте поставим новый прицел. На пистолете еще ничего нет. Я уровень не прокачал его. Может тут что-то из первого не успел. Ну, опробуем новые модули, хотя не прицел я зря поставил, он такой огромный. Конечно же, для дальней стрельбы хорошо, но с близкого расстояния прям, не знаю, он не нужен. Да, зря я его поставил. Ну, сейчас мы посмотрим, насколько, да, очень неудобно. Вон так не надо выходить. Да. Ну хотя бы пригодился. Я снял чувака с дальнего расстояния. Это было удобно. Сейчас кто-то там подлезет наверняка. Отдача сильная. С таким прицелом, то есть отдача сильно ощущается. И прицел дрожит сильно. Сейчас меня запалят. Я сам себя уже запалил. Нет, никого пока нет. Там чем мало народу. Еще взял, лаги пошли. Прям подтормаживание. Дропы. Не, я прицел зря взял. Вообще всегда я всегда обычно, то есть предпочитаю собственный прицел без оптики всякой. Ну, может лазерку поставить на пистолет пулемет или на дробовик для кучности разброса. Вот так, блин. Я первый начал, а он меня вот... хренов пин. Чёртова лаги. Чёрный кемпер. Получай, сука. Сейчас кто-то зайдет сзади. У меня будет плохо. Ах ты сраный кемпер! Кто это? А, он скользнул. Скользил так. Я подумал, это... Ай, чёрт, я... Окей. Сейчас кто-то меня сзади хлопнет. Нет, не хлопнул. Заряжаться не будем. Ай. Там кто-то уже есть. Нет. И сейчас точно кто-то сейчас будет тут. Нету. Вообще я часто смотрю на карту, это сильно помогает. Ах ты сука, все промазал, замазал. Ну, там где сейчас больше всего своих. В смысле, там, где пусто, там наверняка много врагов, или какой-нибудь враг точно. Так можно всегда определиться, если не знаете, куда идти. Часто смотрю на карту. Конечно же, так трудно держать поле зрения все одновременно, управлять всем этим. Но иногда это бывает полезно.
Тут кто-то был. А, это с той стороны. Он не перед прыгнул. Он его убил, я не понял. Hostile hellstorm inbound. Я на моей гранате подорвался. Сволочь. Окей. А под водой можно стрелять? Блин, можно, да. Под водой можно стрелять. Ага, вот так. Ах, кто по мне стреляет вообще? Блин, через препятствие, сука. Нацепил себе модули такой. И я могу стрелять через препятствие, на тебя. Ага. Тут, наверное, там много хуесосов. Вылезайте, хуесосы! Я вас призываю. Прямо призываю. Сейчас тут попрут. Да, сука, дохни. Прям вот так вот. Куда? Как? Блин. Ах ты, сука, меня обманули. Этот ублюдок там побежал, и его друг там убил. Ну, наверное, я просто подставил, сука. Хреновая, конечно. Хреновая дуэль получилась. Сука, ай, тварь. Окей, я видел, куда ты дошел, сука, сучара кемпер. Я тебя быстро снял, сучара кемпер, потому что ты сучара. Сучара. Это, наверняка, есть. Я не кемпер, я не кемпер. Конечно же, вся эта херня. Сейчас встал. Ай, блин, это... Я подумал, он там уже встал. Но нет. Никого нет. Точно. Сука. Кто меня стрелял? Ах ты, тварь, прям в башке так пистолетом. Да уж. Убил. Ай. Тут никого нет. Тут, наверное, как кто-то сейчас выйдет. Так. Сейчас. Кто-то меня еще сзади подсадил. Нехорошо вышло. Меня опять зарядили всякие клинки. Я их клинками наливал, не знаю, как это назвать. Меня кто-то подстрелил. Мне надо срочно в воду. Ах ты, сука. Да. Кто тут есть? Нет, тут никого нет. Надеюсь, я в правильном направлении, да? Прям выйдут сзади и бам! Угу. Тут никого нет. Чё, куда они все делись, блин? Чё, перестали респаться, что ли? Блин, под конец. Да, 19-10, хотел сказать, нубы противники, но нет, там очень даже неплохо набрали. Но, наверное, другая половина нубы.
Там один чувак 13 раз сдох, наверное, у него какие-то проблемы, он не мог нормально респаться. После отреспался каждый раз и ничего не делал. И он и вправду полный, ну. Та-да-да-да-да-да-дам.